Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и у меня для вас отличная новость. Скоро выйдет ролик «Таксобаттл». Меня пригласил Сергей Стилов, это питерский блогер. Он пригласил меня посоревноваться в «Таксобаттле» и узнать, кто же лучше, женщина или мужчина за рулем. Я, конечно же, приняла этот вызов, потому что я уверена в себе и уверена, что девушки за рулем – это отличное подспорье. Девушки или мужчины. Поэтому мы взяли такси, отправились, полностью оформились как водители. И у нас будет оцениваться все по трем критериям. Это оценка пассажиров нашим. Вторая, кто сколько заработал. И, конечно же, самое важное и решающее, это ваши лайки и комментарии. То есть вы будете решать, кто из нас лучше водитель. Я отвечаю за женскую часть, а Сергей отвечает за мужскую. Я уверена, что мы, девочки, победим. И за рулем мы самые лучшие. И я это буду доказывать всему миру, всему человечеству. И мне нужна будет ваша поддержка. Так что ждите, скоро будет ролик. Ура! Сейчас вышли в магазин. Я одела свой костюм. Новый. В нем так тепло, я вам скажу. В магазин зашла, я просто запарилась. Очень-очень классный. Я уже скорее хочу отправиться на Северный полюс в нем. А точнее зимой в горки город. Мы же теперь там постоянные гости. Чувствую, будем. Вот, сейчас мы, в общем, вышла всякие покупки купить. Главное для малого, ну и себя не обидела. Сегодня никуда не пойдем, такая погода, похолодание у нас до плюс 5. Холодно! Я выставила пост в Инстаграме, мне пишут, там у нас минус 20 было, сейчас минус 10, потепление. Да, я вот похолодание, плюс 5. На самом деле на улице все хорошо, снежок вроде так покапывал. Посыпал, но что-то вроде уже все пролетает так немного. Короче, состояние такое, знаете, сонное, но погода мне очень нравится, поэтому я думаю, что я сейчас прогуляюсь еще немного с малышом. Он не спит пока. Главное, чтобы дождь не пошел. Такое у меня умиротворенное настроение вообще. Я просто хожу такая. Мне кажется, я просто не выспалась. Сейчас приду домой. Дети, идите спать. Сейчас приду домой и... Не, спать не буду с малым. Может, кофе выпью. Я молока не взяла, там не было. А, не взяла. Короче, я зашла вкуснолюбов на улице у нас здесь рядом с домом. Не хочу ничего готовить. Заказала блинчик «Цезарь», мой любимый. И блинчик с вишенкой. Я реально засыпаю. А малой не спит, хотя ему пора. Такой кайф на улице. Вот это сейчас состояние. Я бы сейчас уснула бы прям, знаете, где-нибудь в лесу. Ну, не в плане в лесу, прям там, между деревьев, а в лесу, в каком-нибудь домике, знаете, лесном. Охотничьем каком-то домике, но без охоты. И вот, не дождавшись момента, когда я дойду до дома и сделаю себе кофе, я решила выпить колы, потому что в ней тоже кофеин. Реклама Coca-Cola. А еще я не решила идти сразу домой, я решила Цезарь поесть прямо на улице, потому что в этом есть своя романтика. Согласитесь? Ну и пока он горяченький. Привет, мои! Не знаю, какой день на самом деле сейчас. Я несколько дней сидела дома, не выходила, в общем-то, и погода была не очень. Но сегодня мы идем на фиксика! Денька, ты рад? На фиксанов идем. Ты рад? Ты что, ты вечно с соской? Фиксики! Сейчас брат твой придет. Сейчас придет брат двоюродный, Денечки, мой племяшечка, Тимка. И мы едем уже в дом офицеров. И там будет нас ждать мой брат с женой и с моей племяшечкой второй. Не знаю, как все это будет, но мне кажется, будет интересно. И мне любопытно вообще, мой малыш, высидит ли такой спектакль. Я думаю, ну час-полтора, наверное, будет идти. Хотя, может, для деток чуть меньше. Ну, посмотрим. Я беру камеру с собой, что-нибудь, что удастся снять, я вам обязательно покажу. И вообще, я люблю вот так всей семьей выходить. И первый раз я даже беру Тимку куда-то вот так самого, без родителей. Родители отдыхают после работы. Вот, и... Как-то так, я в предвкушении с детками вечер провести, то есть день, скорее всего.
Так, главное, чтобы задняя машина меня никакая не подперла. Ну где они? Где они? Жду. Я еще тут приготовила подарочки для них на Новый год. Двум девчонкам. Да, это вот такие вот. Кстати, уже я не вижу, сколько захожу в Фикспрайс, нет вот таких вот косметичек. Мне они очень нравятся. Я их в свое время набрала очень много, специально, чтобы в них дарить подарочки. И там у меня внутри, в общем, много интересного. Сертификат на Lady Collection, там помады всякие, зеркальца, маски, скрабы. Короче, я вот там взяла, они сами разделят между собой. Во, иди. Привет! Садись давай назад, иди поцелуй. Привет. Это красота. Вам с Жанной. Здесь разные всякие штуки. Себе, вы там поделите, разберете. Да, спасибо. Да, открывай. Дай поцелуй. Садись. Дыня впереди сидит у нас. Садись. Так. Открой. Привет. Боится меня. Далёва. Далёва, музик, далёва. Ух ты, смотри, Денька, тебе подарки. Там тут... один Настеньке передашь. Ага, слышишь? Да. А другой это тебе. Хорошо. Там разберешься. Ты записываешь, да? Да. Привет. Я записываю. Ну все, отправляемся тогда. Все, давай. Нас ждут там. Ну, короче, позвоните как обратно, и мы дома будем. Хорошо. Пока. Ладно, мы поехали. Удачно провести время. Спасибо. Чего у тебя там еще в другом пакете? А, очки, очки, да, мы их проверим обязательно. Да, а другой для нас. Так, отлично. Всем привет, я забыла представиться. Вы на канале Селена Свей. Да, да. И сегодня мы едем на фикси-шоу. Да. Наверное, с ускоренным процессом. Да, ну все, давай, попозже включимся, да? Если что, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Да. Мы приехали, и у нас еще полчаса, и... Мама Тимкина купила, Катька, купила вот такие вот, ну, вот такой вот очки, в общем-то, интересные. И я сейчас тестирую на своем телефоне. Что-то есть прикольное, но пока что то, что я вижу, здесь не очень хорошее качество картинки. То есть реалистичности, ну, как бы так, для детей. Вот, но надо посмотреть другие видосы, может, что-то будет интереснее. А так прикольно, вот мы сейчас сидим и коротаем время. Вот сейчас я куда-то прикольное местечко такое. Я хочу назад, я хочу другое что-то выбрать. Вот, что, вот какие-то клоуны тут есть, смотри, вообще. Ну-ка, давай посмотрим. Короче, она, наверное, уже карту выбирает, да? Я уже выбрала другую, тут какой-то клоун страшный был нарисован. Сейчас я... Так я не знаю, я уже забыл, я давно в них. Слушай, может, это ужастики какие-то? Мамочки. Слушай, как кино смотрю, вот это интересно. Ой. Сейчас сломаю ребенку игрушку. Ой, я не ломаю? Я сломала? Нет. На Канаде. Тетя, тетя Силя офигела вообще, ломает игрушки. Тетя Силя на свой. Тетя Силя на свой. Ладно, надо потихоньку собираться, то я кофе напилась еще, и надо там билеты взять, все дела. Там про страшного клоуна, ты смотрел? Да. А, нет. Но мне не страшно. Здесь такой балаган, просто кошмар какой-то. Мы пришли, брата встретили, племяшка моя плачет, папу никуда не отпускает. Еле находим туалет, все хотят в туалет, один сын мой молчит. И глядит везде сына. Дедушки, тети, дяди, братья, сестры! Я вижу, вы готовы к моей любимой мексиканской мелодии. Все наши ребятишки после спектакля, да, про фиксика. Расскажите свои эмоции. Как вам понравились фиксики? Да. Тебе понравились, Настя, фиксики? Вообще классно. А тебе, Вес, понравились? Конечно, я люблю фиксики. Я тоже. На самом деле мы повеселились вообще отлично. Вот так непривычно, когда я снимаю на новую камеру, а когда не селфи-камера, себя не видишь. Так, ты стакан мне не разбей только.
Вообще. Рюмашка у него, я смотрю. Короче, заказали столько всего интересного, а тут кафе рядышком, пиццерия, как же называется? Дети закрыли детей. Дети закрыты, они ломятся обратно на руку. А мы как раз таки, знаете, сели здесь рядом вот с детской. Вообще там прикольно. Там я поснимаю попозже, когда поеду. Нолик там, да? Смотрите, как я трубку длинил. Вот, они были такие маленькие. Мы уже заказали пиццу, какая-то она необычная, да? Вес попробуй, скажи. Как? Да и куда ты стоишь, Зай? Куда ты мою масочку вставишь? Куда ты мою масочку вставишь? Давай, Тимка, пробуй супчик. Он горячий. Ну подуй, подуй. Это же не горячий. Вкусно, да? А ты что, не заказывала, что ли? Потому что мы пиццу будем есть, а? Я все заказывала, просто они не все приносят сразу, понимаешь? Еще, в общем-то, нам принесли треску с чем-то необычным. Очень вкусно, кстати. Треску еще саму не попробовала, но вот эта вот каша, которая очень вкусная. И что там у нас? А, ну это детская пюрешка там, да? Пицца вообще бесподобная, честно. А как называется, которую ты взяла? Я плохо запоминаю. Пицца вообще не вкусная. Короче, просто необычная. Это вообще не вкусная. Не вкусная? Я вот эту пиццу. А вот малому не понравилось, я сейчас заберу у него. Отдай пиццу быстро. Я все съем сама. Детям нравится сухарик тебе. Офигеть, пицца ему не понравилась. Она такая вкусная. Дэня уснул, и это чистый кайф. Здесь комнатка такая есть отдельная. Здесь комнатка такая есть отдельная, и там очень тихо, там я его уложила. Что, нам надо что-нибудь сладенькое заказать, кстати? Что-то не хочется сладенького, как всегда. Ребятишки наши гуляют, племяшки. Вот, и я хотела сказать, на самом деле, что я провела на фиксиках безумное удовольствие, потому что провела безумное удовольствие, как-то не по-русски сказала, да? Короче, получила огромное удовольствие. Потому что мой малыш был внимательно, все слушал. В принципе, мы там ушли за 5 минут до окончания, для того, чтобы не попасть в поток многочисленных людей, которые оттуда выходят. И я вам так скажу, что он до конца смотрел. Ему было интересно, он был включен, он туда смотрел и прям прыгал, мигал, всякими махал штуками. Это очень клево. Это значит, что мы уже можем с ним посещать разные мероприятия. Я вообще люблю такие шоу, я люблю сказки. И то есть уже получается 1,3 нам. Ой, сегодня нам 1,3. Нет, не сегодня, вчера было 1,3. Короче, нам 1,3. И вполне, я думаю, что можно сходить с ребенком в кино на мультик. Он будет там смотреть его. Главное, чтобы он был не голодный и не сонный. И на разные шоу, новогодние, мюзиклы, где поют, где красивые спецэффекты. Я это очень обожаю. И я безумно рада, что я уже могу с ним пойти так быстро. Я не думала, что так быстро мы сможем уже посещать такие мероприятия. Короче, я счастлива. Я прыгала, я веселилась, как все дети. Кайф. Ну, сейчас я буду пить глинтвейн без алкогольный сок. Мой братенья пьет фирменное, да? Вкусное, кстати. Балтика 6. Фирменное? Ну, нет, похоже. Балтику 6 не продают, но это у всех фирменное пиво. Понятно. Поняли? Лайфхак. Вот. Короче, мы сидим, отдыхаем. Я отдыхаю. Когда Дэня спит, я отдыхаю. Потому что концентрация наиполнейшая с ним. Ну все. Пиз. Брат у меня завис на игрульке, короче. И Настя на коне. Короче, прикольная штучка. Надо взять. Иди сюда. Там прикольно, Настя. Честно, ты же тебя никогда не обманываешь. Там американские горки. Ты оденешь очки, а там горки. Ну ладно. Я хочу, дайте мне. Ну что, тебе понравилось? Или так? Хочешь, пойдем.